Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги, мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс gadgetmania.ru. Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте. gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе. Всем привет, дорогие друзья! Ну вот и добралась до нас посылочка с помощью SPSR Express. Все это шло порядка 2,5 недель. В общем, практически уложились в 7-14-дневный срок, что обещано на сайте AliExpress. Ссылочки на товар будут в описании, ну а мы начинаем. Поехали! Коробочка достаточно большая, и, как вы можете заметить, почему-то здесь написано jd.com. Ну, вроде как продавцы на Алиэкспрессе также продают товар на JD, об этом мы сообщали ранее, но вот и получилось так, что продавец упаковал все это в такой вот скотч, и почему-то коробка от JD.com. Соответственно, получается наоборот, у нас продавец JD продает товар на AliExpress. Продавец достаточно хороший, все объяснил, все показал. Действительно, трек-номер сначала не отображался, потому что это номер накладной, о чем я, скажем так, упоминал в своем блоге, который вы можете посмотреть в плейлисте «Почта России». Давайте откроем и потом уберем коробку кадра и будем уже распаковывать телефон. Вот так это все упаковывается. Достаточно хорошо упаковывается, что говорит о хорошем отношении продавца к покупателю. Итак, у нас картонка. Дополнительные подарочки присутствуют. Вот такие вот штучки. Очень приятно. И совершенно новые, абсолютно новые. Сейчас мы их отложим в сторонку. После того, как закончим распаковку коробочки, здесь у нас присутствуют два переходничка. Вот такие вот. Отложим в сторонку, и в принципе больше здесь ничего нет. Достаточно много упаковочного материала. Отдельное спасибо продавцу за, скажем так, заботу у нас как покупатели. Коробки все, соответственно, не помялись, ну а мы переключаемся на распаковку непосредственно самих телефонов. Итак, у нас перед нами абсолютно новые Meizu M2 Note. У нас эти телефоны не были год назад на распаковке. Пришло время, как говорится, показать с нашей стороны, как это все выглядит. Большое спасибо нашим, надеюсь, будущим подписчикам, которые обратились к нам для того, чтобы мы все это дело приобрели специально для них. Все это упаковано, еще раз напомню вам, вот в такую вот очень хорошую пупырчатую пленку. Давайте сразу распакуем, снимем эти пленочки и уже будем лицезреть сами коробки. Друзья, компания Meizu широко известна во всем мире. Я надеюсь, известна вам, если вы смотрите данный ролик. И M2 Note, уже сейчас вышел M3 Note, но M2 Note стал действительно бестселлером и продается большими, скажем, в большом количестве во всем мире, в том числе в Китае. С Китая, точнее, во весь мир. Что радует? Продавец нам обещал международную версию. В данном случае это у нас моделька M571H, цвет белый, 16 гигов, то есть абсолютно все запечатанное с завода, не вскрывалось, не смотрелось, и китаец все это дело не трогал. Давайте вместе откроем сначала один, потом второй, и посмотрим, что же у нас внутри. Покупатель ощущал момент всей этой новизны, они специально не открывают коробки. Итак, давайте посмотрим, что же нас ждет внутри. Открываем. И вот так вот это дело все снимаем. Чуть-чуть у нас здесь недооткрылось. Чуть-чуть соскочила скрепочка, которая должна находиться вот здесь вот. Давайте ее поставим на место, и нам будет ее легче потом снять. Итак, перед нами Meizu M2 Note.
Конечно же, у нас в комплекте, как и компания Xiaomi, не кладет никаких наушников. Компания Meizu положила нам вот такой вот блочок питания оригинальный, который, надеюсь, 5 вольт 2 ампера, совершенно верно. И вот такой вот переходничок, с помощью которого вы сможете заряжать уже непосредственно на наших европейских розетках. Советую пользоваться оригинальным блоком зарядного устройства для того, чтобы в последующем у вас не было никаких проблем с устройством, с коннектором зарядки и так далее и тому подобное. Сам телефон находится в такой вот ванночке. Если вы помните, то компания Meizu раньше делала коробку своих смартфонов в стиле книжки, то есть вот так вот это все дело раскладывалось. Сейчас они немножко поменяли дизайн и стало все более-менее похоже на других производителей. Здесь у нас есть краткий старт-гид, она же гарантия, все на китайском языке, с печатью от компании Meizu. Пахнет, знаете, такой качественной полиграфией, то есть свежим новым устройством. И присутствует USB кабель, обычный micro USB. Ничего примечательного в нем нету. И, конечно же, присутствует вот так называемая скрепка, которая отображает в себе логотип компании, точнее операционную систему компании Meizu под названием Flyme OS и сам смартфон. Давайте отложим его в сторонку и на примере этого смартфона мы посмотрим его внешний вид, произведем первое включение. Так, давайте рассмотрим внешний вид устройства. Смартфон, сразу хочу отметить, пластиковый, присутствуют транспортировочные наклейки со всех сторон. Как мы видим, смартфон в белом цвете, пластик у нас глянцевый. Очень все это дело симпатично смотрится. Я надеюсь, что практически не будет видно отпечатков пальцев на, соответственно, корпусе, потому что белый цвет, практически на нем ничего не видно. Что у нас находится сзади? Сзади у нас на крышке, крышка у нас несъемная, присутствует лоток для сим-карты, карточки памяти. По-моему, карты памяти, да, нет, есть? Да, есть, на сим, две сим-карты, короче. Есть у нас модуль камеры, двойная светодиодная вспышка, так называемый True Tone а-ля Apple, логотип компании Meizu. Спереди у нас большой дисплей, динамик, передняя фронтальная камера, кнопка M-Touch. Достаточно прикольно она вот так вот звучит. На правой грани у нас присутствует лоточек под сим-карту, на левой грани у нас присутствует сдвоенная пластиковая кнопка регулировки громкости, плюс-минус она достаточно так удобно и хорошо нажимается. И также присутствует кнопка включения и выключения. Давайте пока включим. Посмотрим, что у нас находится сверху. Сверху у нас находится 3,5 под наушники. Второй микрофон. Снизу у нас находится основной микрофон, динамик и micro USB для того, чтобы вы смогли синхронизировать и заряжать свой новенький Meizu M2 Note. Ну что ж, прикольно, друзья, в руках выглядит это очень все симпатично. Система загружается. Русский язык изначально будет доступен из коробки, потому что версия, еще раз повторюсь, международная. Пропускаем шаг, не надо нам руководство для новичков, шаг настройки Wi-Fi и, в принципе, телефон с Google сервисами, без всяких танцев с бубнами, готов к работе. Обалденно. Очень-очень все круто выглядит. Давайте посмотрим, что у нас по яркости. Сменим автояркость. Ползуночек. Сейчас у нас наклеена пленочка, которая нам немножко мешает пользоваться. Итак, давайте снимем уже транспортировочную пленку, чтобы в полноценной мере насладиться экраном, Full HD экраном на таком большом громадном устройстве. Пленочка снимается великолепно. Наклеиваем ее на коробочку. И, соответственно, включаем экран. Вообще круто. Все очень круто. Что у нас по яркости? Максимальная яркость выглядит вот таким вот образом. Минимальная яркость выглядит вот таким вот образом. Давайте поставим процентов на, может быть, 40, для того, чтобы это вам все не отсвечивало. И посмотрим на основные функции, которые должны, в принципе, работать из коробки. Даже чуть поменьше надо сделать, потому что присутствует неплохое олеофобное покрытие на самом дисплее. Давайте сразу посмотрим, что из себя представляет в плане звука. Ну, круто. Звук крутой, насыщенный, объемный.
Так, значит, кнопочка у нас является физической, и также у нас она является сенсорной. Она здесь одна, больше никаких других кнопок здесь нету. Допустим, если вы нажимаете один раз, она возвращается на один пункт меню. Если вы нажимаете на нее, она возвращается, соответственно, на экран. Давайте вот для того, чтобы вы это все дело, вот, к примеру, обои. Если я нажимаю один раз, она возвращается на предыдущее меню. Если я нажимаю на нее полноценно, как на физическую кнопку, она возвращается на главный рабочий стол. Все выполнено в стиле Apple. Никаких меню приложений нету. Все приложения установлены у вас на рабочих столах. Достаточно интересная система. Я думаю, будут доступны обновления. Без проблем сможет человек, соответственно, обновляться и получать обновления непосредственно от самой компании. Так, давайте сразу посмотрим камеру и попробуем что-нибудь на нее сфотографировать. Надо учесть тот момент, что камера у нас сейчас заклеенная. Даже давайте с помощью даже вот этой вот заклеенной камеры попробуем что-нибудь сфотографировать. Ну, достаточно смазанный снимок в плане того, что видно, что на камеру наклеена пленочка. Но давайте все-таки снимем для того, чтобы убедиться, что у нас нету никаких пятен и прочих непонятных штук на самом модуле камеры. Еще раз это дело все включаем, разблокируем. Пробуем уже фотографировать. Присутствует автофокус, он работает очень хорошо, достаточно быстро. Давайте вот так вот с рук прям сделаем снимок. Камера работает, даже слышно, как она работает. Что у нас здесь в фокусе, что у нас здесь в расфокусе. Достаточно неудачный снимок, давайте его удалим. Пробуем еще раз. Пластик, знаете, хоть и глянцевый, но в принципе все это... Давайте вот сфокусируемся на этом иероглифе. Сфотографируем и посмотрим результаты. Ну, друзья, камера здесь вроде как должна быть на 13 мегапикселей. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Если вы смотрите этот ролик и являетесь владельцем данного смартфона, то расскажите, пожалуйста, в комментариях о ваших впечатлениях. Может быть, что-то посмотреть, может быть, что-то рассказать вам в полном обзоре данного устройства. Так, звук посмотрели, камеру посмотрели. Дисплей себя проявил очень-очень хорошо. В галерее у нас, в принципе, больше ничего нету. Давайте посмотрим, доступна ли какая-нибудь операционная система для обновления. Да, доступна. И, в принципе, я думаю, что ее смело можно устанавливать. И все будет также прекрасно работать и еще лучше. В общем, давайте сразу отложим его в сторонку. Посмотрим, что у нас во второй коробочке, в принципе, должен находиться тот же самый смартфон в точно таком же цвете. Нам надо убедиться на камеру, что это так, это правда. Открываем уже более уверенно, знаем, как открывать. Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что продавец, которого мы покупали, отправляет только международные версии. Отправляет их бесплатной доставкой с помощью SPSR Express. Это очень-очень хороший показатель. Все это дело приходит и отслеживается в течение 2 недель. Здесь абсолютно все так же. Единственное, что мы не будем снимать пленочки, только включим смартфон. Здесь у нас тоже у нас блок зарядного устройства. Здесь у нас лежит кабелечек. Посмотрим на засветы. Самое главное, когда вы приобретаете смартфон на AliExpress, даже если вы не являетесь видеоблогером на YouTube, просто даже для того, чтобы вам доказать в случае, скажем так, острой необходимости, если у вас какие-то есть браки непосредственно в процессе использования или в процессе того, как вы получили смартфон, и вам кажется, что в нем что-то не так, то лучше, скорее всего, распаковочку этого устройства произвести на камеру, дабы потом доказать тому же Алиэкспрессу о том, что у вас были эти проблемы. Также здесь пропускаем шаг руководства для новичков, не надо. Абсолютно все клево, то есть, в принципе, еще раз, Full HD дисплей, глянцевый пластик, который, в принципе, удобно держать в руке, очень хороший дизайн. Достаточно большой смартфон, с него круто потреблять контент. Русский язык и Play Market установлены из коробки, то есть это международная версия. И здесь вообще никаких претензий к продавцу в этом плане нету.
отключить питание или перезагрузить. Ну вот компания Meizu могла бы чуть-чуть, конечно, локализовать шрифты, чтобы они попадали в иконки так, как нужно им попадать. Вот такая вот была распаковочка двух Meizu M2 Note. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно ставьте большие пальцы вверх, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Конечно же, участвуйте в нашем розыгрыше, посвященном майским праздникам. Вступайте в группу ВКонтакте, и я вам очень рекомендую пользоваться нашим купонным сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы вы могли экономить на покупках в интернете. Все подробные ссылочки, как всегда, в описании под этим видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.